Так, поехали. Нам нужно доехать на этой трассе по времени. Короче, у нас есть хрупкий предмет, но сколько я не играл в нее, хрупкий предмет постоянно разбивается, поэтому я смысла не вижу как-то его довозить. Нифига, я сейчас по времени попробую доехать. Смотри, а что так это, секунды идут очень быстро. 47, 46. Это нифига не секунды, это миллисекунды какие-то. Да, мы так не успеем. Почему так быстро, я не знаю. Но мы немножко прокачали двигатель на машинке. Потратили деньги. Движок я купил новый. Колеса прокачал. Бензобак даже прокачал немножко. Не, 22 секунды. Но это не секунды, очень быстро идут время. Ладно. Может быть, просто даже мы финишируем на машинке, до конца доедем. Не знаю, получится, нет? Нет, не успеваем. Ну ладно. Да, не успели. Да, потому что секунды идут очень быстро. Два раза быстрее, чем обычно. Так, доедем, не доедем, еще пока неизвестно. О, еще и застряли. А почему мы застряли? Давай, 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 едем, едем, едем. У нас еще и груз, смотри, 20%. Что мы довезли его. Ну ладно. Сейчас посмотрим, ну навряд ли, конечно. Мы откроем новую трассу. А может откроем? Ну все, мы до финиша доехали. Это очень хорошо. Ну что, осталось еще немножечко побед. Так, против кого мы будем, интересно, сейчас? Титан, Вегас. Надеюсь, мы его победим. А, давайте мы встанем вот здесь сюда, спрячемся. Вот так вот. О! И прожариваем, 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 прожариваем. Ух ты! Ай-я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 й. Так, крем-комплект срочно берем. Давай, давай, прожариваем, 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 прожариваем. Есть! Победа! Это хорошо. Так, награда. Ага, VIP. Ну, на VIP-то нету. Давай этот, обычные награды получаем. Так, смотрим, что мы там открыли. А, два самоцвета. И мы находимся, получается, что такое, 1090. На 15 месте. На 15 месте, да? Хорош. А, можно еще дальше, да, играть? Ну, давай попробуем. А дальше-то зачем? Я не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Ох-ох-ох, какой мне танк дали, смотри, а? А танк вроде бы этот пробивает через... через холмы. Вроде бы как. А ну-ка, сейчас проверим. Опа, убежал. О, смотри, как он жарит, жарит, жарит. Давай, мы тебя тоже сейчас будем прожаривать. Слушай, чувак. Да, так, быстренько подлечимся. И все. Мне победили. В принципе, он несложный был. Ну что, дальше? А, это типа можно бесконечно играть или что? Я не понял. Но нам как бы дальше денег не будут же давать, да? Ну ладно. Так, стоим. Декстрофик. 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 А, дистрофик, нет. А, да ё-моё, куда ты убежал? Давай, 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 давай. Ух ты, а чё у меня со здоровьем? Чё у меня со здоровьем-то? Я не понял. Ладно, мы его даже так уничтожили. Не потребовалось даже ремка. Так, ну что, давайте выберем машинку. Так, давайте возьмем багги. Поехали. Так, поедем на багги. Посмотрим, как мы далеко ли уедем. Опа, здесь хорошо, что еще можно монетки зарабатывать. Вот это плюс. Вот это мне монетки как раз нужны. Ой-ой-ой-ой, быстрее, быстрее уезжаем. А, вот домик. Отлично. Первые 300 метров мы взяли. И зомбики идут вслед за мной. Надо стараться быстро-быстро-быстро уезжать.
чтобы зомбари за мной не добежали. Так. Второй домик далеко находится. Да, ё-моё, нет. Ёлки-палки, сейчас зомбики меня сожрут. А, ты словили меня, зомбари. Да, 600 метров только. Ну ладно. Еще раз давай попробуем эту трассу проедем. Здесь я немножко просто очень долго ехал. Так, а кто у нас на каких машинках? Нифига себе. Они на мощных тачках едут. Ладно. У меня тоже багги быстро едет. Ну, блин, они быстрее меня едут. Нет, вот здесь я долго. Что-то я останавливаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, словили меня. Да что ты будешь делать? Так, давайте поменяем машинку. Возьмем вот эту ролейку. Так, все, на ролеечке я поеду. Ох ты, головой прям сразу спекаюсь. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы убежим от зомбиков. Так, отлично, хорошо. А главное здесь быстренько, ребята, убежать от них. Так, новый рекорд у меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь я притормозил что-то. Эх, 657 метров всего лишь. Да. Давай еще раз попробуем. На этой же машинке своей. Может, мне гаджет... А, гаджеты можно менять, интересно? Чтобы я поменял гаджеты. Сейчас посмотрим, узнаем, я не знаю. Мне кажется, можно менять, потому что другие участники с другими гаджетами были. Так, давай. Опа, еще немножко, давай. Да ё-моё, я что-то застрял. Да. Эх, сейчас посмотрим в гараже. Что мы можем... А, здесь мы можем поставить именно то, что нам предлагают. Давай этот уберем, этот поставим. А, вот этот уберем, поставим вот этот. Поедем. Поехали. О, 23 секунды всего лишь. Ладно. Ничего страшного. Так, ну у всех магнитики, я смотрю. Есть. Ах ты, ё-моё, 7 секунд осталось, ребята. Сейчас я не смогу доехать, наверное, скорее всего. Далеко. Да, 580 секунд. Ну ладно, давай посмотрим результат. Офигеть, вот эти вот скелетики выиграли все, да? 3 значка мне дали. Ну ладно. Так, ребята, играем в Cars Yes Cars. Машинка есть машинку, третья часть. Так, и у нас есть такие вот... Ух ты, у них уже эти самые пистолеты, что ли? Офигеть, так давайте ускоряемся. Во! Классный ускоритель был у нас. Нам главное успеть. Ай-яй-яй, давай наверх. Ух ты, полиция, что там выставляет? А, бомбочки бросает, прикинь. Ох, ой-ой-ой-ой-ой, напоролся я там на бомбочку. Так, у нас есть, получается, 2 бомбочки. 3 даже уже. Так, и нам надо, по идее, переворачиваться вот таким способом. Ух ты, что это у меня такое? Я не знаю. Что-то я светился так. Так, надо этих позрывать. Копы мне достали уже. Так, давай. Этих надо догнать мне. Ох, они просто-напросто взорвались. Бедолашки. Не успели мы их уничтожить. Нам тут самому не уничтожиться. На, бомбочку, есть. Взорвали мы. Так, этого мы сейчас догоним и сидим. Опа! Отлично, 220 алмазиков мы собрали. Так, играем в Ассасин. Сейчас посмотрим, как тут играть. Объяснят сейчас нам. Так, уровень первый пройдено. Ага. Ну давай, сейчас мы сюда встанем. И его сейчас щелкнем. О, получилось. Так, гад, на тебе. Я успел его уничтожить. Так, играем. Давай сюда спрячемся.
Так, теперь сюда. Ждем, ждем, ждем. О, теперь я могу его убить. А, меня раскусили, ребята. Теперь он идет за мной. Ах ты гад. Сейчас сюда спрячемся, подождем. Так, идет, ищет меня. Ладно. Давай, давай, давай. Опа, убили. Так, уровень пройден. Так, это что такое? Играем дальше. Так, сюда подойдем. Можно сюда спрятаться. А, нет, он, видишь, меня может сейчас увидеть. Ага. Ну все. Так, готов. Этот вроде бы что-то услышал. Чувак. И все, уничтожили мы его. Так, ну вроде бы не сложно. Вроде бы не сложно. Так, пятый уровень у нас. Есть. Так, следующий чувак. О, нет, он меня сейчас увидит. Все, спрятались. Опа! Все. Так, ладно. Дальше проходим. Так, старт игра. Ага, сейчас сюда подойдем, спрячемся. Так, ну, этого, в принципе, не сложно было убить. О, прям несется, смотри. На тебе. Так, следующий чувак. Опа! Ну что, не успел же, да, меня убить? Нет. Так, а что мы можем за кристаллики, получается, купить? Фиг знает. Ладно, пошли дальше. Идем сюда. Так, спрячемся здесь. Сейчас подождем. Так, этот идет, смотри, остановился. Опа! Нифига, я прям напролом. Напролом его убил. Оп! Да, они какие-то странные ребята. Они даже не стреляют. Может, потому что уровень еще пока слабенький. О, ключик. Берем ключик. Что он мне дает, интересно. Так, вот этого чувака сейчас мы щелкнем. Ой-ой-ой, сюда спрячемся. Так, все, этот готов. Ух ты, стреляй. О, начали стрелять, смотри. О, теперь они начали стрелять. О, давай мы сейчас его щелкнем. Есть. Все, уровень 8 пройдем. У нас еще есть один ключик. Так, следующий уровень. Так, это, в принципе, легко. А, что ты прям на него пошел? И сейчас двоих есть. Офигеть. Еще один ключ взяли. Так, пошли дальше. О, бонус левел. Алмазики получаются. Опа, 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 опа. Нифига. 300 бриллиантов. Ну, такая вот игрушка. Если нравится, то ставь лайк.